Так, Луна, 15 июня 2021 год, Харьков, 21:45 по Киеву. Абсолютно мультяшный месяц с носиком посерединке. Как я тебе рад. Вообще совершенно случайно решил выйти из дома. Все время была облачность. Только что на канале писал, что в ответ на комментарий, когда будет луна видна. Та уже видна, пишу. Но у нас тучи все время вечером. Думаю, дай-ка я выйду. Посмотрю. У меня просто с окна не получается увидеть эту часть неба. Взял штатив, взял фотоаппарат и... вуаля. А собирался уже отбиваться. Какое хорошее получилось решение. Так мало того, я могу сейчас даже Венеру еще показать. Но правда она уже совсем красненьким пятнышком. Ой, ты моя лапочка, Луна, ты посмотри. В затмении мы тебя не увидели. Пошли сейчас коротенько глянем Венеру. До Луны 385 тысяч километров. До Венеры 233 миллиона километров. Сейчас я, наверное, при других настройках светочувствительности поснимаю, а то что-то совсем темненько, темненько. Вот она, наша Венера. Прячется уже за горизонт, но мы ей немножко внимания уделим. Надо было видеть еще, как я метался, вышел между зданиями на Дружбу народов, прямо посреди трассы стал. Еще ракурс, откуда же мне снять, так чтобы Луну и Венеру было видно. Пусть автомобилисты меня простят. Я вроде вовремя сбежал, не создав аварийной ситуации. Так, ладушки. Венера, думаю, на сегодня будет все. А вот месяц мы еще точно поснимаем. Какой же ты красавец. Это потрясающе. То есть я даже затрудняюсь сказать, наверное, сотни уже видео снимал Луны месяца. И с 50-кратным увеличением. Ну, фотоаппарат зум. 50-кратный зум. И потом Sony у меня был. Вернее, сейчас есть. Потом Nikon Coolpix P900 у меня был. 83-кратное увеличение оптическое. Его я утратил. В связи с корпоративом 2020 года. И вот теперь Nikon Coolpix P1000, 125 крат оптического увеличения. Я к чему все веду? Сотни съемок Луны, и каждый раз она мне новая, красивая и оригинальная. Я не помню, чтобы я видел месяц с таким вот носиком. Вернее, я видел с таким носиком, но когда он был убывающий, убывающая Луна. Ладно.
я сейчас чересчур эмоционален, просто очень рад, что не напрасно отказал себе. В дополнительных часах сна. Угадал выйти на улицу. Ай, какая красота! Смотри, как быстро опускается. Руслан Талабир, опять у меня сейчас в голове твоя музыка. Замечательно, как раз под такие сцены, смотри. Так, ладно, сейчас буду другими дублями снимать в других разрешениях. Это у нас 15 июня 2021 год, Харьков, 21:50 по Киеву.